прислал фотку, дом просто весь в огне там. Но все живы. Все нормально. Доброе утро, друзья, мы в эфире. Здравствуйте. Доброе утро. Рады вас приветствовать, мы с Трофимом. Вот, а у меня тоже уважительная причина небольшая, но у меня каждое утро уважительно. У меня тут оборудование, которое мне коллеги поставили, оно всегда не работает по утрам. Вот. Его надо перезагрузить. У тебя коллеги милые. Да. Вот. Ну, что было, то и поставили, знаешь. Да, ты знаешь, что на радио «Спутник» все, что хорошее, оно Тиграну идет сразу, а потом она уже бэушная. Все. Ну, по, ну то, поставь. Да, это да, я тебе покажу. Слушай, ну я считаю, что... Мы не в радио сейчас. Нет, не в радио сейчас. Сейчас говорим уже. Ну, почти, да. Но только надо все равно матом, они ругаются все равно. Этот квадрат любви, вы, ты понимаешь, который любит? Ой, квадрат любви, надо же. Слушайте, я говорю, мне кажется, будет справедливым и порядочным сказать, передать, так сказать, слова поддержки Трофиму. Вот, а что случилось с Трофимом? Стоп, что я пропустил? Ну, там у него какие-то... С Трофимом все нормально, но он там тушил пожар всю ночь у соседа. Да. Пожар тушил? Да. Ну, сам поджег, сам тушил. Ну, нет, там серьезное, там якобы даже подозрение какое-то есть, что вроде как хотели Трофима подпалить. Серьезно, что ли? Да ладно. Да, что там. Ну, там полиция, все дела, разбираем. Хотя, с другой стороны... Пусть слово Джон расскажет. Чего мне-то удивляться? У нас прямо из-под носа бомбы достали из мусора. Да. Конечно. Ладно, дай бог, все нормально, все живы, все это самое. Обошлось, да. Слава богу. А мы без радио сегодня? Радио! А, мы без радио сегодня. Видишь, как нас это самое... Напугали мы таки все-таки. А я так жду, сижу сейчас отбивки, что мы с радио. Что-то мы без радио. Ну, давайте без радио. Но там они все равно просят держать себя в руках, потому что они вот эти все выпуски тоже, мы их как бы, они их куда-то там выкладывают себе на что-то, радио «Спутник». Вот. Да. Ну, неважно. Да. Все, держим себя в руках. Ну что, тогда, друзья, мы держим себя в руках, а вы, пожалуйста, задавайте нам вопросы. Я, кстати, хочу вам... Во-первых, хочу поблагодарить традиционно по воскресеньям. Мы благодарим Стеллу Марципанскую, которая нам отправила на, так сказать, поддержку наших благотворительных проектов. Стелла, мы благодарны. Уверена, что она нас слушает, знает и любит. И вот, и передаем ей теплые самые пожелания. Вот, а у нас чего? Ну, давайте поговорим. Я, кстати, интересно, пишите вопросы, можете задавать, так как Трофима нет, пишите лучше в «Изоленту плюс», там есть соответствующая тема. Вот, можно задавать вопросы, там они уже появляются. Я вчера провел довольно интересный разговор со своим другом, товарищем, американцем, который живет в Америке, в штате Колорадо. Вот, и, собственно, пытал его по всем темам нашим, пытаясь проверить, правильно ли мы понимаем ситуацию. Вот, и, в общем, я вам скажу так, что российская государственная и негосударственная пропаганда, она вот в лице Анатолия Тиграна, в моем, она, в общем, права в оценке ситуации в США. Вот, потому что он мне сказал, ну, если коротко, буквально следующее. Ну, я, естественно, спросил его, а что Трамп, почему вот стратегически победил Трамп, в чем, так сказать, фундаментальные причины, он назвал несколько. Ну, во-первых, он сказал, что, конечно, Камала была объективно слабее, потому что она не была, так сказать, presidential, что называется, то есть она не выглядела не очень по-президентски и, в общем, не тянула. Тут, говорит, это тоже важно. Но ключевые две вещи, которые он назвал, это первая безопасность. Мигранты. Говорит, что реально поменялось. Он живет, естественно, в приличном там городе, в хорошем, богатом районе. Он говорит, что изменилась очень сильно жизнь с точки зрения безопасности. Есть появился даже термин специальный, обозначающий дневной грабеж. То есть, когда люди уходят на работу днем, значит, начинают вскрывать дома, машины и так далее. То есть, вот, говорит, такая специфика существует, и мы все очень озабочены этим. Это первое. Второе, он сказал, что мир, конечно, американца простого, стал очень несправедлив. И они ищут справедливости во многом, те, кто голосует за Трампа. В частности, он привел пример, совершенно характерный, говорит, вот у меня действительно, то есть, это невыдуманные какие-то пропагандистские истории, у меня, говорит, действительно, у друга
дочь серьезно занималась плаванием, вот, и тут к ним на соревнования пришел мужик, значит, переодетый в женщину. Правда? Как бы, да, и они говорят от этого, они просто в диком шоке, потому что они считают, что это просто несправедливо по отношению к детям, по отношению к людям и так далее. Ну, да. Вот. Ну еще там массу всяких нюансов я пытался задавать, в общем, ну и по поводу вопросов задавал, вернее, по поводу бизнеса и всего остального, но вот основное, пожалуй, такое. Когда я его спросил, а скажи, пожалуйста, ну люди-то по-прежнему Россию там ненавидят и Путина, и считают нас врагами, он говорит, слушай, ну я не знаю, как вообще все, но у меня такие знакомых нет, мои все за Путина. Вот, так что вот тоже так интересно было. Вот, так что вот так вот пообщались, довольно любопытно. Ну, в общем, я ждал, что сейчас он мне какие-то сенсации там преподнесет, что-то такое, чего мы не знаем. А на самом деле все мы довольно четко освещаем. И в этом смысле, в общем, хочется похвалить всех здесь присутствующих. Спасибо. Ну и слава. Да, ну все просто. У меня нет, у каждого из нас, наверное, есть такие, ну, у Пети, конечно, ну, по крайней мере, потому что он написал гораздо более глубокий, так сказать, подход и это системный, ну, в смысле, поговорил, спросил. А у меня-то было, я вам рассказывал, когда, значит, какой-то крохотный на пляже, а может, и не рассказывал, крохотный барчик на пляже в Таиланде, ну, прям совсем там на 8 человек, типа, ну, зато прямо на пляже. Вот не то, что там первая или не вторая, прям вот буквально сидишь, а тебе, так сказать, ноги лижет морской прибой. И мы там, значит, так просто среди ночи... Да-да. Пугался немножко вначале. Нет, я тоже подумал, морской прибой. Тебе лижет ноги мальчик местный. Ну, я нанял, вот и вообще. Нам это недорого. Лижет ноги маленький бой. Понимаешь? Маленький бой. Ну так вот, и мы, значит, говорю, мы там лиловый почти... негр мне подавал манто. Среди ночи. И там сидит как бы компашка очень разношерстная, немцы, американцы, вот и так далее. И вдруг, ну мы там познакомились так буквально, ну говорю, крохотные, все за одной барной стойкой. Выпили по рюмке, и вдруг какой-то немец, ну уже, а он давно там, видимо, сидел, судя по его состоянию. И вот он поднял, значит, бокал и заорал «For your Vlad». Я говорю, ну, кто такой да, Влад? Да. Нет, они, ну, же, это... они Путина Владом называют, ну, Владимир, типа. Да, и вот, и мы там все выпили. Да. Я говорю, это вряд ли можно назвать социологическим исследованием репрезентативным. Нет, но характерная такая сценка, тем не менее. Еще да. Один, да, хотел сказать, забыл. Еще я спросил, а как вот эти все странные назначения Трампа, ну, там, Кеннеди своеобразный, так сказать, антиваксер и прочее. Он говорит очень просто, говорит, слушай, ну да, действительно, они вызывают вопросы, но, говорит, у нас есть такая поговорка, Trump hires, Trump fires, то есть он, говорит, как их нанял, так и уволит. Угу. Да там Трампу будет в феврале немножечко не до международной повестки, потому что он, я думаю, что он в лучшем случае половину своих кандидатов проведет через Конгресс, через свой же Конгресс. Но там очень много противников персоналей. Именно персонали. Ну, прежде всего, что... я так думаю, это касается генерального прокурора и министра юстиции. Да, там что-то я видел комментарии. Да, вот, я так глубоко не погружался, но, судя по комментариям, там половина народа в панике, половина в шоке. Там типа, вот, ну, посмотрим, конечно, но интересно. Ну, нормально министром юстиции и генпрокурором поставить человека, который ненавидит эти два органа. Просто он, в принципе, по этой логике ненавидит. Что мне очень скрывал. Да, свое отношение. Слышь, первое интервью. Больше на свете я, говорит, ненавижу юстицию. Не, ну это к вопросу. Да, это к вопросу того, что сейчас Трамп придет, сука, сейчас инаугурируется и начнется работа с Украиной. Я тебя прошу, весь февраль он будет заниматься Конгрессом, это минимум, понимаешь? Минимум. Ну, да. Так, ну что, может быть, вопросы? Три вопроса, я хочу напомнить, пишите, задавайте нам вопросы, тем-то много. Три вопроса уже, а мы популярны. Ну, да, кстати, первый вопрос. Если бы мы были на радио, я бы предложил звонить в эфир, но вообще в эфир, вот, кстати, я Тиграна всегда стараюсь слушать, у нас, ну, там совпадает немножко. А, нет, у нас с тобой, по-моему, не очень, у тебя же с 9 до 11, да, идет эфир? С 9 до 11. Да, а у нас да. Получается с 10 до 12, то есть мы немножко там пересекаемся. Я позвонил зритель нам, вернее, Тиграну, и сказал, что жалеет, что Тигран идет параллельно с изолентой, на что Тигран ему ответил, вы не волнуйтесь, мы встретимся в воскресенье. Да, да, да.
Хорошо, ну давайте позадаем вопросы, раз уж мы про Трампа начали. Доброе утро, Дмитрий Димакс. Сможет ли Трамп что-то такое предложить Владимиру Владимировичу, что мы остановим наступление? Если да, то что? Тут вообще это такая, ну, сложная история, все же как бы... Ну, с одной стороны, она сложная, а с другой стороны, как бы... И не очень. А именно, значит, смотрите. Во-первых, Трамп надо понимать. Я понимаю, что, так сказать, человек в период предвыборной кампании, человек избранный, два совершенно разных человека. У них разная логика, разные ценности, почему-то так получается. Ну, вообще, все другое. Но, тем не менее, мне кажется, вот эта знаменитая формула «за 24 часа смогу остановить войну», не то чтобы Трамп стал прям ее заложником, но вот я смотрю, в пятницу я читал, и в «Гардиан», по-моему, вспоминали, значит, эту его формулу, и в американской прессе какую-то, я уж не помню, то есть, по-моему, «Нью-Йорк Таймс». Вот, то есть, ему все это помнят, и все на него, так сказать, просительно смотрят. Ну, и где? И ему теперь придется что-то такое, значит, эффектное, жесткое предложить. Это первое. Второе. А посмотрите, какое количество публикаций разных, таких спекулятивных, что, мол, Трамп, значит, очень уважает Путина. Это, по-моему, издание The Hill даже, я помню. Что он страшно уважает Путина и ужасно презирает, значит, Зеленского и т.д. А все это делается для чего, насколько я понимаю? Для того, чтобы Трамп, как во время первого своего срока, вынужден был опровергать свою, так сказать, мнимую, значит, там, типа, любовь обоюдную с Россией и свою зависимость. А как это опровергнуть? Максимально жестким по отношению к России, там, шагами и действиями. Как, собственно, в первом своем сроке и было. Помните, на какой риторике он приходил? Вот, мол, надо дружить, надо, наконец, лучше там, чем воевать, лучше торговать и т.д. Но его в такие условия поставили, что он вынужден был опровергать свою, типа, связь с Россией максимально жесткими шагами по отношению к ней, к России. Ну, вот он же даже потом и говорил, что я был самым плохим президентом. Это его слова потом, он действительно... Так и есть. А он потому что вынужден был опровергать. Его в такую ситуацию ставят. И сейчас они те же самые капканы нарасставляли. Говорю, все издания ведь пишут обязательно про его связь, про его отношение к Путину, про его презрение к Зеленскому и так далее, Все это пишут. И что ему делать? Говорю, надо опровергать. Ну, тут же нельзя опровергнуть просто словом одним. Не, ребята, это не так. Работает дальше. Но не работает. Я скажу свое мнение, с вашего разрешения. Не согласен ни по одному пункту столи, что бывает очень-очень-очень-очень редко. Смотрите. Интереснее. Давай. Смотри, Толь. Ну, вот это война Трампа? Нет. Нет. Он ее осуждал, он говорил, что это нельзя было начинать, 3-е, 4-е, 5-е, 20-е, правда, сам ни хрена не делал в 16-м году, но в 16-м году это был Трамп, совершенно другой, неопытный, ковбой, думающий наивно, что ну если меня выбрали президентом, значит все мне подчиняются. И тут его жестко так лицом, фейсом об тейбл, как говорили в школе, понимаешь? Ну, теперь давай логически. Давай. Ему эта война нужна, не нужна? Не нужна, скорее всего. Ему нужно ссориться с Россией? Не нужно. И у меня, кстати, сразу изначально скажу, иллюзий никаких по поводу Трампа нет. То есть, все равно американец, только я вижу проблему в другой плоскости. В их мозгах, которые, особенно взращенные 50-ми, 60-ми годами, рейгономикой 80-е, да, грубо говоря, доминирование Америки, мы лучшая страна планеты, мы центр мира, the world ship, понимаешь, basketball, то есть чемпионат мира это NBA, чемпионат мира по хоккею это NHL. Это, вот эта эстетика, я думаю, пока что совершенно не склонен трезво понимать, что мир поменялся. Но это не тот Трамп, который будет бздеть, как ты справедливо замечаешь, по тем же канонам, по тем же лекалам работающую, особенно английскую, кстати, прессу, «Гардиан», вот это хорошее было замечание, где, опа, давай-ка мы дискредитируем. А вот у Путина есть пленки, как зажигал в Карлтоне Трамп. А это те назначения, которые он хочет провести, говорит о том, что он мосты жег. Ему просто похеру мороз на истеблишмент. И все, что он делает, и цель его, это сжечь это самое теневую историю. Получится, не получится, вообще не в курсе, но никто.
И уж точно не обращать внимания и не извиняться, как он делал все свое президентство первое. Я говорю просто по факту тех, кого он поставил. А то, что он еще заговорил о том, что а хорошо бы отменить вот эту историю на третий срок, может быть, я пойду. Ха! Он встает в один ряд с Си Цзиньпином, с Россией, то есть с этими, как они говорят, автократическими государствами. Ты представляешь, до какой степени ему насрать теперь на то, что было не насрать первые 4 года. Я думаю, что мой прогноз как раз в другом, в том, что он состряпает ситуацию, где, кстати, сегодняшний вот этот наш полет по хороший, такой вкусный, по энергетическим объектам Украины, ночью, который утром происходил, за 3 месяца. Вот. Это доказывает, как мне кажется. Он покажет недоговоренность. Понимаешь, он же тоже, у него есть советники. Он тоже, ему рассказывают со всех сторон. Это Европа. Она, Европа просто не может это вербализировать. Да и может Трамп не будет вербализировать упорное нежелание Володи Зеленского, просроченного нашего, что-либо двигаться, быть хоть чуть-чуть пластичным. Чуть-чуть, ну, капельку. Следовательно, он говорит, ребята, я все сделал, что мог. У меня тут забот полон рот. И он, я практически уверен, не будет мешать нам довести ситуацию до того цугундера, который просто заставит Зеленского, команду, всех этих просроченных долбоебов пойти и реально захотеть что-то переделать, мир, шмир, выборы, шмыборы, вот и так далее, и так далее. Не будет его активной игры. Он это все перекинет на Европу. Посмотри, что происходит. Чего Шольц позвонил? Да и хрен с ним, что он позвонил. Ну, чего Шольц позвонил? Ну, да. Это сейчас вот очень правильная позиция у Владимира Владимировича Путина. Мы сидим на горе, спокойненько ведем нашу СВО, правильно делаем, уничтожаем, выжимаем последние. Смотри, 3 месяца мы не бомбили ХНРД. Катери разговаривают про... Да нет, ребят, вы потратили бабосы, большущие бабосы. Вы каннибализмом по существующим станциям проработали, разобрали все трансляторы, вот все генераторы переставили. Фу, заработало хоть чуть-чуть, да, и тут прилетело. И тут прилетело снова. Ну, теперь снова, ребят, давайте ремонтируем, находим откуда-то средства. Это выматывание, выжимание соков. Очень правильно. Ну, сомненно, да. Не, ну видишь, тут еще как бы да, по поводу сегодняшнего удара, это вообще как бы ну, такой очень, как бы, очень важный в политическом смысле, а не только там в техническом, но в политическом смысле, конечно. Это просто, это прямо такое, ну, как бы, послание политическое, такое жесткое, но послание. Ну, во-первых, это после разговора с Шольцем, во-вторых, это очередное напоминание и воспоминание. Ведь помните же, что были разговоры относительно того, что, значит, якобы там в Катаре через каких-то посредников, значит, России с Украиной. Да-да, разговаривали о том, чтобы не бить по энергетической структуре, мол, и так далее. И вроде почти, ну, якобы почти вроде, значит, договорились, и тут, значит, и тут эти в Курск полезли. Курск, да. В Курск. Не, а и Курск? Собрали таким образом, да. Курск – это вообще ситуация, если... Вот это надуманное нашими блогерами, да, история, какой удар по репутации России, если бы не было Курска. Прости, Господи, мы соболезнуем тем, кто там пострадал, безусловно. Но если говорить с точки зрения большой войны, да, стратегии войны, там лучшие части, лучшие, кроме частей азовцев, которые работают в Торецке, и их перекинули сейчас на Часов Яр, потому что там прорыв Италец снова пошел. Лучшие 45 тысяч. И это самое, работают там в качестве мишени в тире, потому что у них нет ПВО, и мы уничтожаем их с воздуха. Да, мы тоже. Там в Курской области уже под 40 тысяч трупов. Это, конечно, просто и жесть, и ужас, и все такое, но да. Это правда. Чем они могли бы затыкать же этими людьми там дыры, во-первых, на фронтах, на фронте, который сыпется, а во-вторых, не было бы ударом по инфраструктуре энергетической, ну, если верить вот этим слухам. Ну вот, далее, что еще важно, это было после разговора с Шольцем. То есть, я так понимаю, что Путин намекнул, что никаких, так сказать, никаких компромиссов, никаких, значит, этих
этих самых соскоков и так далее не будет. А еще важно, это я уж прочитал у Шария, врать не буду, это не моя, так сказать, аналитика. Он, ну, по-моему, интересную мысль такую, значит, ведет. Что, мол, посмотрите, почему произошло это утром в воскресенье, такое довольно нехарактерное время для ударов. А да. Чтобы, с одной стороны, это было очень показательно и явно, и ярко, а с другой стороны, для того, чтобы, потому что утро воскресенье – это минимум народа, ну, совсем раннее утро, минимум народа на улицах. Ну, на работе, на объектах, да. Да, да. Минимум. Да. И, соответственно, чтобы избежать вообще, так сказать, чтобы избежать жертв среди мирного населения, и, насколько я понимаю, удалось это. То есть, такой, с одной стороны, очень эффективный, жесткий и страшный по силе удар, и, с другой стороны, никто не пострадал. Но это как бы такая работа ювелирная. Ну, вот если верить Ширью, это вот в этом был смысл. И мне кажется, это, ну, как бы мысль такая, она не пустая, интересная. Может быть, может быть. Ну, да. Ну, вообще интересная это, конечно, история с разговором с Шольцем. Там сначала Шольц, потом тут же пришла новость, я помню, значит, что Чехия возвращается к закупке российского газа после годового перерыва. Вот, я даже пост написал, что теперь Элтон Джон в «Голубом огоньке» будет следующий, или Макрон на Петербургском экономическом форуме. Вот. Как вы вообще оцениваете перспективы того, что Запад начнет более активно поворачиваться к нам лицом и пытаться установить контакты сейчас, после Шольца? Не сразу, вообще не сразу. Как мне кажется, демократы, выигравшие на Западе, в Европе имеется в виду, они же Европу не сдали, там, демократы, понимаешь, ну, Орбан, Фицен, все самые американские демократы, демократическая логика. Мало того, я практически уверен, что они сейчас очухаются, и мы увидим большую историю конфронтации, так просто они понять, что вот это глубинное государство дало отмашку не создавать никаких гражданских войн, да, спокойно передали власть. Видите, все-таки мозгов хватило. Я-то думал, что там все-таки... Нет, хватило мозгов. Вот, но они совершенно не собираются сдавать, как мне кажется, пока Европу. Плюс у Европы будет очень тяжелая этическая ситуация. Им же надо много будет чего объяснить. Шольцу надо будет много объяснить, почему он не реагировал на взрыв северных потоков. Это надо объяснить будет большому бизнесу. И так далее, и тому подобное. Макрон просто обиженка, как мне кажется. Но мы берем сейчас двух, да, главных. Англичанин, англичане тоже. Жизнь их должна будет сломать. А жизнью, я называю, в этом контексте твоего вопроса, это ситуация на линии боевого соприкосновения. Все, это жизнь сейчас для всей Европы. Вот что происходит у нас? Как быстро мы Курахово, как быстро мы окружим Покровск. Как быстро мы Гуляйполе и Великую Новоселку выйдем на границу Днепропетровской и перейдем границу Днепропетровской области? Как быстро мы подойдем к Запорожью? Будет ли форсирование Днепра или мы пойдем с Чернигова, как сейчас начинается, как мне кажется? То есть вот что является реальностью. Радостно снимать санкции, я думаю, и Трамп не будет. Они будут там смотреть абсолютно избирательно, что им выгодно. Вы обратите внимание, Трампа-то выбрали, а мы уран запретили посылать в Америку. Да, да, да. Это правда. Эмбарго? Вот так. Я тут обнаружил очень хороший комментарий и потерял его. Сейчас где-то в Рутюбе. Кстати, нас смотрят в Рутюбе 3500 человек. Большое всем спасибо. Благодарны вам. Это хорошая цифра? Да, нормально. 3500. Ну, бывало и больше, но, в принципе, для Рутюба это очень хорошо, да. Это нормально. И вообще, 3500 человек, понимаешь, которые сейчас нас смотрят и слушают. Разве это не повод передать им привет, сказать, ребят, спасибо? Нет, это огромное да. Спасибо. Я не знаю, я правда не знаю. Я тоже, честно говоря. Я не настоящий смартфон. Может, и общий сюжет? Ну, хорошо, я своими словами перескажу. Да, тут просто была благодарность, сердечная благодарность. А, вот, нашел, Джон Поллок. Хотел бы выразить благодарность Анатолию за выпуски на Рутуб-канале Анатолия. Очень интересно и очень смешно. Жене, привет. Может быть, да, жене, конечно, но я думаю, что Жене. Нет, нет, Жене, ну, конечно, да. Жене тоже привет. Передам привет своей. И поцелую. И мы перейдем сейчас к вопросам...
К вопросам из этой самой изоленты плюс, но тут вот любопытный вопрос Тиграна тоже в Рутюбе спрашивают, не попадались ли вам, Тигран, когда-нибудь такие сценарии, которые были гениальны, интересны и великолепны, но снимать по ним не было возможности технической либо финансовой. Бывает вообще такое или нет? Или все гениальное, оно попадает? Вы знаете, нет, был один случай, я не могу назвать его гениальным сценарием, но очень-очень хороший. Но он до такой степени, это, не знаю, могу ли я говорить, но я не буду говорить дальше, чей, и это сам, это история инвалидов. Помните, после войны была, когда инвалидов войны, на севере был остров, и где-то, да. Но вот они это, на Лам, по-моему, их отправляли. Да, вот это, чтобы не отсвечивали, да, ну, это такая, ну, у которых не было уже родственников. Вот это была история, я прям читал, у меня и слезы, и даже смех там, то есть талантливейший сценарий, но я понял, что, ну, это очень тяжелое зрелище будет, то есть я это против того, за что я выступаю, пусть другой режиссер это снимет, в общем, и пусть он будет этот фильм, безусловно, я отказался, я просто, не потому что сценарий был, а потому что я понимаю, что должно быть на выходе, а оно по-другому не получится. Не получилось, понимаешь? Веселую картинку из этого сделать нельзя. Я и так понимаю, что жить тяжело, и хочется, чтобы людям было бы полегче чуть-чуть. Вот это было у меня. Да. Давно это была история, тебе сценарий принесли? Года полтора назад. Просто видишь, там невольно же какие-то. Безусловно. Но я говорю, что невольно какие-то же аналогии все равно и с нашим временем проводишь. Ну, не знаю, это прям тяжелая история, я согласен. Тяжелая во всех смыслах. И как зрелище. Она там явно была биографическая. То есть я знаю, что она была биографическая, там члены семьи автора, да. Но она была взвешена. Это было без фиги в кармане. Ну, вот без всех. Но именно потому, что это было без фиги в кармане, без всякой ерунды, без всякого, скаления зубов, там вот это. Это было, ну, просто же ужасно. Такая библейского уровня, апокалиптическая. В общем, Библия это потом отвечает за все, да? Так что она в любом случае апокалиптическая история. Понятно. Вот я поэтому... Ладно. Так, ну что, давайте сейчас есть еще одна тема для обсуждения. Не знаю, насколько мы тут компетентны, вернее, кто из нас, может быть, Толя компетентен. Сейчас, секунду, открою изоленту. Плюс, пишите вопросы, уже много тут написали. Хорошо, так, давайте тему. Александр Зет, здравствуйте. Вчера затронули вопрос расстрела царской семьи. Это мы вчера в эфире обсуждали. Я человек неуцерковленный и с большим удивлением узнал, что Николай II с точки зрения православной церкви святой, вопреки действующим канонам. На ваш взгляд, насколько правильно почитать в истории человека, который привел свою страну к гибели? И конструктивна ли позиция православной церкви, фактически принятие одной из сторон с точки зрения примирения нации с событиями столетней давности? Кто-нибудь хочет прокомментировать? Я предлагаю вам... Я единственное, что могу сказать, что он признан святым... Да. Что он был причислен к рангу святых этим самым Русской Православной Церкви в изгнании, которая находилась в советское время, вот в той. Вот. И это действительно был политический, насколько я знаю, отчасти жест, но дальше вот оно как есть, так и есть. Да, прошу прощения. Нет, я считаю, что я не имею права вообще обсуждать внутренние дела РПЦ, в силу того, что я принадлежу к другой конфессии, к апостольской Григорианской церкви, я как бы не считаю возможным разговаривать об этом. Ну, конечно, мне кажется... Молодец, Тигран, и все правильно. Но на самом деле мне тоже, хотя я к этой, так сказать, принадлежу, к нашей церкви, это моя церковь, но вопрос поставлен, правильно ли причислили, так сказать, ну, вы чего, ребят, как я могу это... Нет, неправильно, типа, забирайте. Ну, как это, что за бред? К тому же, там все-таки есть нюанс. Не просто там клик у святых и все, там, спешите получить свои книжечки. Это все-таки они же в ранге или в виде мучеников. Вот с этим же никто из вас не будет спорить. Мне тоже, так сказать, позиция Николая II и его поведение и так далее, который написал, помните, был когда была перепись, и к нему тоже пришли переписчики, все как положено.
И в графе, значит, то ли занятие, то ли род занятия, он же написал «хозяин земли русской». Ну, вообще, после таких высоких слов, конечно, надо бы и положено бы и жизнь отдать за... Он и отдал ее, но как бы, но не в том виде, как мы себе это представляли. Так вот, но то, что это была мученическая смерть, страшная, чудовищная, вместе с детьми и всей семьей, это же, ну, с этим трудно, правда, поспорить. Вот, и, ну, я не буду там, наверняка вы это уже обсудили, эти комментарии Стаса, да, об этом, видимо, было да, речь. Да, мы Стаса осудили. Вот, всем ну, просто а, это вот вы по поводу этого, это, конечно... Ну да, вопрос был по поводу этого, просто... ну, слушайте... Ну, это никому да. просто не корит, ну, никак нельзя по поводу погибнего. Вы что, коммунисты, большевики? Что, про большевизм с собой? Разница, тем более про ребенка. Ну, блин, вот изменил да, бред Стаса. Какой-то. И так-то, и вообще. Все изменило Стасу в этот момент. Ну, все изменило. Это, я считаю, прямо политически неправильно, и это подстава радиостанции. Это вот тупо... Но это не у нас было сказано, надо сказать. Это не важно, он работает было... на радиостанции, по-моему, ну, да. Поэтому это неправильно. В общем, да. Хорошо, идем дальше тогда. Ну, тут да, действительно, наверное, специалистов лучше спрашивать и тех, ну, да. кто... этим интересуется. Ну, кстати, вы можете почитать самостоятельно о том, как это действительно происходило, там какие были. Кстати, интересно, я тут что-то мельком видел по поводу отречения Николая II, там вообще тоже есть вопросы. Как он отрекался, там, значит, документ, который за его подписью, он вообще выглядит довольно странно, и вообще там ощущение есть, ну, как бы есть разные точки зрения, добровольно ли он отрекся, либо из-за него это отречение кто-то написал, и его там принудили. Вот, ну, это ладно, отдельная тоже тема. Конечно, принудили, там все офицеры за спиной стояли, но ставки главного командования. Ничего, конечно, принудили, это безусловно. Вопрос. Не принудили, неправильно я сказал, подпись. Что за него кто-то там это написал, что там не его рукой написано даже. Хорошо, почему нормально воспринимается юмор и критика советской власти, а царской России нет? Ведь не важно, красный или белый, это наша история. Вот, например, лучший клуб, в кавычках, «Спартак», «Спартак» в кавычках, объединяет красных и белых, а все остальное раздор приносит, пишет Григорий Л. Это правда. Да, «Спартак», красно-белый, да, слушайте, какой молодец Григорий Л, спасибо. Молодец, вам. Да, находит он такие вот. Кстати, да. Вот красное и белое, да, вот можем же, когда хотим. А магазин соответствующий тоже, в общем, объединяет людей. А? Где мы, собственно, все встретились и познакомились, ребята, именно там. Сейчас мы дойдем до того, что братья Старостины, они тайны были монархисты, поэтому сделали такой проблем. Да. Они просто видели, так сказать, нет. Они были визионеры, а не монархисты. Визионеры, понимали, что... Монархист-визионер. Нет, слушай, ну а я же в каждой программе почти это говорю, что я за, так сказать, неразделимость нашей, так сказать, истории, за то, что у нас единая история, единой большой страны, с разными этапами, с красными, с белыми, с царями, там и так далее. Это все одна большая, вот я за то, чтобы ее не делить. Неделимая история России. Вот мне кажется, это самый главный и самый справедливый подход. И самый перспективный. Вот тогда мы действительно сможем что-то достичь. Если мы будем, извините за резкость, мы не на радио сраться, всю свою оставшуюся жизнь и детям передадим этот наказ. Ребят, не забудьте, сритесь по поводу Советского Союза и монархии российской. Не, ну моя позиция очень хорошо известна. Я считаю, что это последнее дело. Это ну, прямо да. вот для врагов. Это враги делали и молодцы. Ну, мы сами себе часто бываем врагами. Вот чтобы мы... Вот вечно у нас была бы эта красно-белая тема, понимаешь? И ну, мы сами должны ну, да. попрощаться с этим, всех похоронить с миром, молитву прочитать, понимаешь? И идти дальше. Дальше, а не копаться, понимаешь, что там как-то. Умер экс-солист группы «Нана» Владимир Левкин или Левкин. Да ладно, он давно, у него уже рак был, мне он кажется. Он болел долго. Уже, рак, по-моему. Да, но у него уже ремиссия была, я его видел. Да, я тоже с ним как-то встречался, ну да, ну вот, да. Ну что? Хорошо, да, светлая память и соболезнования выражаем всем родственникам, друзьям.
У нас же тоже на прошлой неделе умер наш товарищ Антон Коробков-Землянский, пиарщик, известный и вообще частый гость «Изоленты». Сегодня, кстати, 9 дней как раз, так что тоже соболезнования семье, жене. И я напоминаю, что мы сделаем специальную программу со всеми его друзьями, поговорим о нем, я думаю, в ближайшие дни уже. Возвращаемся. Вопрос Анатолию, Надежда Лысенко. Мне нравятся все ваши программы, но особенно те, которые с иностранными гостями. Вопрос. Нет ли у ваших гостей проблем из-за участия в этих передачах, когда они возвращаются домой? С Майклом все понятно, он живет в России. А остальные, спасибо огромное за всю пропаганду. А они не возвращаются, просто... да, Толя, скажи. Ну, с Майклом, да, все понятно, вы правы. В том числе, мне кажется, благодаря нашим спете скромным усилиям. Вот Майкл не был нашим... больше домой, да? Майкл был нашим гостем, да, проекта «Наши 90-е». Ну, собственно, говорите, вы так говорите, так широко, иностранцы. Раньше у нас их было, там они табунами бродили. А сейчас у нас всех иностранцев, мы их очень бережем. Это Майкл да Феликс. То еще-то. Ну и по телефону. Может, в Украине кто есть, не знаю, там какие-нибудь люди у тебя? Не, ну как ты понимаешь, как ты представляешь, что нет, с Украины есть и полно людей, но они просто, так сказать, это те украинцы, которые выбрали сторону. И нет, ну раньше кто-то съездил туда-сюда, вот была эта женщина, раньше, тебя все время критиковали за ее участие, Янина или кто-то там. Не, недавно у Толи был там иностранец, просто опоздал на самолет, негде было погреться, пришел, но это самое тоже. А его сразу раз и в эфир. Да, а он задумчиво говорит, ну теперь, пожалуй, самолет-то мне и не нужен. Да, и остался. Вот, поэтому, слушайте, нет проблем. Ну, единственное, Феликс, он, я понимаю, он регулярно ездит, так сказать, на родину. Он живет как бы на две страны, хотя большую часть жизни, я так понимаю, он проводит здесь. Ну, насколько я знаю, у него проблем особых нету, надеюсь я. Ну, по крайней мере, о них ничего не известно. Возможно, дело в том, что в той земле, где он живет, в Германии или жил, не так внимательно смотрят Первый канал, как нам хотелось бы. А будут смотреть, будут и проблемы. Вы не волнуйтесь. Но у нас скоро выйдет интервью еще с Феликсом, тоже в рамках 90-х. Да. Да, и с Феликсом, со вторым, собственно, иностранцем упомянутым, у нас тоже скоро он появится в наших 90-х. Мне кажется, интересно. И повторю, я это в прошлый раз говорил неделю назад, и, конечно, вот Петина замечание. Вот и посмотри разницу между американцем и немцем. Вот и вы посмотрите разницу между американцем и немцем. Правда, да, интересно. Кстати, интересно будет посмотреть, потому что оба рассказывают о России, оба здесь давно живут, оба приехали в конце 80-х, по-моему, даже, или в начале совсем 90-х. То есть, прямо, и действительно, очень разный разговор получился, но прикольно. Да. Прикольно. И, кстати, анонсирую, у нас еще одна бывшая иностранка, ну, хотя она такой себя не считает, Наташа Королева, тоже интервью записано, сейчас в монтаже, скоро будет. Так, Максим Сазонов, Не-не, она, конечно, говорит, что она... Да я знаю, ты что, она, я ее обожаю. Да, она классная. Отлично. Да. Доброе утро, пишет Максим Сазонов. Нам хочется услышать мнение уважаемых гостей о петициях за изоляцию бродячих собак от общества любыми способами. На данный момент на РОИ, не знаю, что такое, петиция набрала около 77 тысяч голосов из 100 тысяч необходимых. При этом во ВКонтакте распространяется мнение так называемой ЗОУШИЗы, что голоса накручены, госуслуги взломаны, там местами реальный бред несут. То есть очевидное сопротивление, казалось бы, адекватному призыву общества себя обезопасить. Вот. Как вообще относитесь, я думаю, к проблеме к этой? Потому что проблема есть, когда ходят стаи собак бродячих и нападают на людей в некоторых регионах России. Вот. Не, я животных очень люблю, и собак отдельно очень люблю. Вот. Но бродячие собаки, особенно когда они ходят не по одной, а стаи, конечно, вызывают у меня естественный нормальный человеческий страх. Конечно, я их опасаюсь. Я даже Наташа нас снабдила одним устройством, жену свою, которой можно отгонять этих самых собак, потому что она вообще боится, прям панически собак. И, ну, правда, это как-то не по себе, особенно когда вечером на тебя там, значит, откуда-то я живу за городом, вот, а когда там бежит там 4-5 этих самых собак с недобрым намерением. Ну, иногда, да. Нет, у нас такого там очень редко. Последнее время, кстати, они куда-то все подевались, я не знаю, но как-то бывало. Слушай, у нас была история, когда, ну, правда, это не бродячая собака, а сорвавшаяся с цепи, вот я не знаю, может, конечно, страх мой так, теперь уже таким образом все это представляет.
Но я помню, какая-то кавказская овчарка, мы еще там нашу дочку на санках везли, шли, напевали, как обычно, вот, и на нас выскочило вот это просто чудовище адское. Ну, конечно, это прям реально страшно было. Я не помню, что мы сделали, но я-то убежала, как Наташа как-то отбилась, в общем, не знаю. Шучу! Никуда я не убегал, конечно, я, наоборот, закрыл с собой своих, значит, своих женщин, вот, но собака как-то посмотрела. И даже укусил себя сам! Просто, чтобы собакам стало страшно. На всякий случай, ну да. Чтобы собака видела, что мне и так непросто, да. И ушла. Вот, ну, в общем, мне не по себе. Я против. Я не хочу, чтобы по улицам бродили, значит, это самое, собаки дикие. Вот я против этого. Я против жестокости чрезмерной и так далее, но мне это не нравится. А кому из нормальных людей это может нравиться? Вот я не понимаю. Вот, вот знаете, я вам так скажу. Вот что... Что можно сказать о внутриполитической ситуации в стране? У нас третий год идет СВО. А людей интересует законопроект о бродячих собаках. То есть, ну, это получше, чем вечеринка евреев. Но это больше говорит, чем любые отчеты правительства и все остальное. Я всегда считал при всем том, что я отлично понимаю, что есть жертвы этих стай, да, и так далее, и тому подобное. Но мне кажется, что я понимаю, что это, в общем-то, зло, конечно же, безусловно, зло. Ребят, неужели нету более серьезных тем в стране, чтобы серьезно. Я понимаю, еще раз повторяю, частные трагедии и беды, да, которые связаны с этим, я понимаю. Мне кажется, в стране столько проблем реальных, да. Например, вот эти студенты, которые бегали и кричали по флагами одной Южной Республики «режь русню». Если это правда. Я считал, что это... нет. Но если это не... Вот я... Видите, я сказал, если это правда. Потому да, что... да, правильно. Ну, не дай бог, чтобы это было правда. Хотя есть уже официальный ответ, насколько я видел, от института, от ректората, что все будут отчислены в правоохранительные органы. То есть получается, что это все-таки правда, раз они будут отчислены. Ну, и, по крайней мере, у одного блогера я видел официальный ответ. Может, это тоже неправда, я не знаю. Я бы не хотел. Я видел, там несколько, ты тоже, наверное, на это реагируешь. Там несколько раз нам задают один и тот же вопрос, как вы относитесь к этим, значит, путешествиям, ну, не путешествиям, там, к... Азербайджанцам. Я пока не возьмусь, извините, Гран, я просто говорю, я пока не возьмусь комментировать, потому что вот я видел, например, комментарии, что кричали не по-азербайджански, это вовсе не то, что вы там, вам почудилось, а что-то другое, а кто-то говорит, да нет, это чертовы экстремисты, и комментарии вуза это подтверждает и так далее. Ну давайте разберемся, просто так вот с пылу жара, конечно, можно было наговорить, накидать таких всяких эпитетов и призывов и так далее, но лучше разобраться и... прокомментировать. Согласен. Они должны разобраться и доложить о том, что это было или не было. Если это было, то, значит, какие последовали реакции в Москве? Невозможно себе представить. Понимаешь? Я прям не хочу это представлять, честно сказать. Ну да. Хорошо, еще одна тогда несколько вопросов есть. Давайте по межнациональной теме. Вот есть такой вопрос. Такая действительно тема, которая как-то мы о ней не говорим, но, на мой взгляд, стоит пару слов сказать. Русский архив пишет нам. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Как вы считаете, нужны ли изучение и подробная документация того, что произошло с русскоязычным русским населением в республиках бывшего СССР в период его распада и позже? Сейчас Егор Яковлев и его коллеги проводят огромную работу по изучению геноцида советского народа в годы Великой Отечественной, и это очень важно. Но то, что случилось с нашими людьми в 90-е годы, и кто был в этом виновен, тоже не должно быть забыто, как мне кажется. Есть какие-то соображения на сей счет? Я бы очень хотел, чтобы у нас была бы официальная оценка, как минимум, перестройки, развала 91-го года. Официальная оценка. Официальная. Не в словах президента, да, который много раз сказал свое отношение, а вот оценка, что это? Преступление. Если преступление, то какие? Не преступление, а благо, к примеру, да, тогда надо ставить большущие памятники Горбачеву, Ельцину, я не знаю, всем им. Понимаешь? А если тогда надо какую-то оценку. Пока не будет оценки, что можно разбирать? Нет, дело правильное.
У меня очень много погибло и педагогов от просто безысходки там, и друзей и так далее. А сколько... Ну, в общем, мы все это знаем. Не буду повторяться. Тем более, недавно писали программу про 90. Просто вопрос заключается в другом, в том, что, ну, ребят, лошадь или телега? Ну, мне кажется, лошадью является государственная оценка того, что происходило с 1985 по 1999. Вот и все. Угу. Да. Ну, нужна, конечно, официальная оценка, я согласен. Ну, нужно хоть какое-то определение, потому что у нас там, ну, там, у всех свое там представление о том, что это произошло. Мы как бы делимся. И есть почти, ну, почти полный консенсус, мне кажется, в народе. Ну, прям это консенсус, что вот Горбачев, ну, просто тот считает, что это было, так сказать, по... Не знаю, по злому умыслу, кто-то считает, что просто что его просто он так, его так очаровало все это, что он хотел как лучше. Это как бы вот в мотивации, так сказать, там есть в разной трактовке. Но в самом акте, то, что это было, конечно же, так сказать, предательство и развал страны, и цитируя Владимира Владимировича Путина, одна из крупнейших геополитических катастроф 20 века, но это как бы, да, это факт. А вот в смысле мотивационной части, а почему так? Это, конечно, ну, это большая работа и большой вопрос на самом деле. И так однозначно, и как всегда, максимально просто, к сожалению, это не объясняется. А вообще то, что сейчас происходит, между прочим, между нами и Украиной же тоже, это все тот же процесс, это же развал Союза. Это развал Союза, просто ну, чуть растянутый, да, во времени. Ну, как бы чуть отложенный. Ну, вообще-то, это да, он тоже. Это тоже он. Я думаю, знаешь, что, Толь, вот наш уже не первый раз этот вопрос нам задают здесь в эфире, предлагаю обсудить. Я-то вижу, насколько я понимаю, о чем речь, что действительно многие русскоязычные люди подверглись гонениям в различных национальных республиках, вынуждены были уехать. Вот, ну, что там, греха таить, было такое, и мы знаем это все, где да, было. Да, правда. Но сегодня эта тема не является политически корректной, потому что, ну, отношения там и так далее, и прочее, и не надо их, так сказать, обвинять в чем-то. Вот, наверное, в этой плоскости скорее вопрос звучит, если я правильно понимаю. Вот, ну, наверное, да. Да. Но тема сложная, потому что есть сегодня, Россия выйдет и предъявит претензии какой-нибудь стране из Средней Азии по данному вопросу, что там надо будет сделать. Надо будет посчитать, кто уехал там, почему вынужден там, кто пострадал, как. Ну и, наверное, предъявить какие-то, значит, финансовые требования, да, что вот давайте там компенсируем. Ну, какие-то материальные, не обязательно финансовые, да, но материальные. Ну, да, материальные, или там покайтесь, или еще что-то. Нужно это сейчас устраивать или не нужно? Ну, если нужно, на мой взгляд, политически, это нужно делать на двусторонней основе, исключительно, чтобы с пониманием, что и те, и мы одинаково к этому относимся. А если это будет в виде претензий каких-нибудь, то сегодня, мне кажется, ну, мягко говоря, не время. Не лучшее нет. время, согласен абсолютно. Да, хотя нет, ну, хотя, ну, но да, это не значит, хотя, ну, справедливости забыть, ради, ну, да. Забыть да, забыть нет, тоже нельзя. Неправильно, но, значит, просто время нужно, так сказать, ну, должно быть время такое прийти, когда это будет действительно уместно. Сейчас это... лучшее время для подобных разборов. Да, если в рамках, например, общей оценки перестроечных процессов и развала Советского Союза, вот вполне возможно, Тигран в этом смысле и вот так вот в таком широком смысле прав. Но, да, мы понимаем вопрос, в общем, ну, вот, что можем сказать. Я думаю, так. Так, ну давайте, может быть, коротко. Вот хороший вопрос. Ну, перед ним, может быть, коротенечко. Максим Ефимов, вопрос. Как вам кажется, сегодняшний массированный ракетный удар по Украине – это начало чего-то или просто плановая атака? А мы же в начале программы об этом говорили. Ну, я на все, да. Ну, просто вопрос есть, может быть, что-то добавить хотите. Просто показатель того, что все разговоры, все планы, которые публикуются в газетах, без учета российских интересов, вот чего стоит. Вот видели, полетели... Вот и все. А еще в Черниговске, а еще в Харькове на севере опять выступили, заняли деревню. Понимаете? Ну, то есть, как бы, не, ребят, будет так, как мы захочем. Помнишь? Захочем. Захочем. Два отличных вопроса. Вот Григорий Эл, вот как мне нравятся его формулировки, конечно. Вот прямо такой человек из народа, всегда немножко так вот витиевато, но зато не в бровь, а в глаз. Григорий Эл, а если проводить консенсус, то как относиться к преступлениям во время 90-х? Ведь часть бизнеса был отжат,
или другим преступным путем взят, а? Если консенсус проводить. Если проводить консенсус, то, конечно, большая часть бизнеса, фундамент ее уходит корнями в эти самые, как называется, в статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, а еще и Советского Союза. Ну, да, это правда, о чем это? Что тут скажешь? Да. Ну да. Ну, что делать? На это будет ответ, что если мы говорим о приватизации. Приватизация, ваучеризация. Началось-то с ваучеризации, когда умные люди скупали ваучеров работников. Да? Всем же раздали. Раздали, да. Меня было... Слушайте меня внимательно. Я не сторонник приватизации. Но воспроизводились с точки зрения законов того времени в точном соответствии с законом. Вот и все. Потому что если сейчас покопаться... то надо, все состояния, круг, всех, кого мы знаем, да, особенно в Америке, JP Morgan, их всех надо сажать. Ну, конечно. Сажают. Помните 12 стульев? Любые или в золотом теленке было. Любые в золотом теленке состояния накреплены нечестным путем. Ну, да. Карибов, книжку. Тут, к сожалению, невозможно пасту в тюбик обратно запихнуть, потому абсолютно. Что представьте бизнес, он 10 раз продан, сменил владельцев, они-то при чем? Объединен, обанкрочен, разделен и так далее. То есть докопаться до исходного... А если там еще, Петь, если это крупный бизнес, там еще тысячи людей, которые работают, Да. А самое как главное, бы так они разделяют, конечно, да, но только нас, пожалуйста, можно не увольнять, поэтому, значит, когда вы начнете справедливость тут, это консенсус достигать, надо. Самое главное другое. Ко всем тем, кто вот это стражит, я хочу просто огорчить. Если будет проведена эта реприватизация, нам с вами точно не обломится. Это правда. Нет, они рассчитывают, что будет отобрать и поделить, понимаешь, как ваучер получите новый, и в ту же коммерческую палатку за бутылку водки его витыски. Хотя тоже вариант. Да. Да. Ладно, философский вопрос хороший сейчас. Где же он был? И, наверное, последний, на нем и закончим. Дмитрий Димакс, а что для нас опаснее? Запад, стоящий к нам спиной, или повернувшийся к нам лицом? А? Правда, философский. Отличный вопрос. Правда. Потому что мы, конечно, если я правильно его понял, этот вопрос, смысл такой. Можно позы предложить какие-нибудь эротические. Не, мы классические, мы консерваторы, никаких других пост мы предлагать не будем. У нас консенсус. Вот. В позе консенсуса мы будем, на самом деле, когда к нам Запад повернется лицом. Но мы же все время очаровываемся. В этом, как бы, если я правильно понял вопрос, в этом же проблема. Мы все время очаровываемся, мы все время позволяем себя очаровать. Запад для нас, мы вот сейчас там, многие, это тоже консенсус, извините. Вся страна, скоты, Макрон, чертов, Ашоль, что за колбаса какая-то, а тот. И мы, конечно, на уровне деклараций, мы, конечно, не приемлем этот Запад, мы его презираем и ненавидим, и понимаем, как он нас обманул. Значит, одно движение Запада, в той ситуации, когда одно движение нам навстречу, и мы опять очарованные помчимся в этот хоровод. Это вот опасность, поворачивания Запада лицом к нам. Хотя, мне кажется, пройдет какое-то время, и мы стряхнем себя вот это. Но для этого мало. 2 года – это не срок. У нас, мы поколениями, к сожалению, я с горечью это говорю, мы поколениями пестовали в себе и друг друге, естественно, или там неосознанно, но пестовали в себе, конечно, восхищение, восторг и поклонение перед Западом. Ну, правда. Ну что, неправда? Прислушайтесь сами к себе и вспомните нашу жизнь. Если Толя, могу, да? Это заново. Я попробую по-другому немножко ответить. Да не в Западе дело и не в Востоке, а дело в нас. Только в нас. В этом я абсолютно уверен. В этом я согласен с Толей в этой части. Как только мы перестанем быть вторичными в своих мозгах, как только мы перестанем смотреть на Запад или на Восток, неважно на кого, на юг или на север, понимаешь,
с точки зрения лапотных, не учиться, не перебрать лучше, не перекупать лучших инженеров, не вбрать технологии, не использовать их, всех. Вот до тех пор и будет задница. Я уверен, что не будет уже прежнего, и я хотел бы, чтобы Запад к нам лицом стоял, и Восток. Как вы думаете, насколько мы недополучаем за те же энергоносители, имея блокаду на западном рынке? Недополучаем. Это и так далее, и там подобное. Но спасибо Западу за то, вообще мы должны реально, а западным санкциям, я это не шучу, поставить памятник. Это, во-первых, будет хороший троллинг, а во-вторых, это будет правдой. Потому что до 22 года формулировку «глобальный юг» не было. Не было такой формулировки. А знаете, почему она появилась? Она появилась, потому что были созданы новые логистические условия, коридоры и все остальное, которое создавали мы, чтобы избежать санкций. И вдруг выяснилось, что огромное количество государств, которые от нашего прямого контакта с Западом по торговле были где-то на обочине или получали 5 копеек, а сейчас они получают 50 копеек, рубль. И они уже не хотят, как раньше. Когда это Индия продавала что-либо за рупии, ребята, никогда. Но она уже не хочет вернуться к тому миру, где рупии воспринимали как бумагу для растопки камина. Ну, я образно говорю. Понимаете, да? То есть мы создали сами, может быть, того не ведая, альтернативную реальность. При этом остался Запад. Европа немного нищая, немного в рецессии. Но как только они на смену Шольцам и Макронам и Старнерам придут ответственные лидеры, это безусловно, мы получим и этот рынок. Выигрыши будет Россия. Вот в этом я, с Божьей помощью, абсолютно уверен. Но не надо говорить, вот теперь все, в жопу. И не торгуем. Что значит не торгуем? Мы о ком думать должны? Мы должны думать о нас, о нашей стране, о благосостоянии. У нас нету друзей. Нету у нас друзей. У нас друзей — это мы друг другу. Наше оружие, наше ВПК, наша армия и наша внутренняя самостоятельность и, понимаете, самоуважение. Вот кто наши друзья. Все остальное – выдумки политтехнологов. И Восток хорошо, и Запад, не надо обольщаться. И Север, посмотрим, что в Арктике скоро начнется, очень скоро. Понимаешь, и Запад – безусловно. Дай Бог всем здоровья, а вот мы будем зарабатывать. Вот и все. Да. Спасибо, хорошо, друзья. Нет у нас друзей, только мы друг у друга есть. И хаш. Только мы, абсолютно. Только мы есть друг у друга. И это надо понять. И не смотреть, что там, как Трамп, а что тут Шольц, а что там Си Цзиньпинь. Дай Бог всем здоровья. На всякий случай добавил Тигран. И выпил колодезные водицы. Не буду рекламировать водичку. Нам еще не платят в изоленте. Кстати, Петя, да. Почему нам не платят в изоленте? Не знаю, Тигран, они же все эти нехорошие люди, они с политикой не хотят связываться. Они... А, кстати, вот с этим тоже надо будет заканчивать тогда. Да, это именно это так. Но в изоленте, я тебе скажу, нас не двигают, например, ВК, потому что мы не развлекательные, а политические, им это неинтересно. Ну вот Рутюб единственный, кто сотрудничает с политическими блогерами, а все остальные как бы отмораживаются. Я уж про Яндекс не говорю. Про крупную. Не хотят свой бренд, так сказать, нашими лицами портить, понимаешь? Да, это правда. Вот, так что водичку вот хреном. Друзья, спасибо большое. За свои придется. Да, будем дружить самостоятельно, без них. Домами. Вот, свою производить. А я предлагаю, может быть, не домами, а семьями. Да уж. Если зам не верит. Ладно, ребятки. Спасибо вам большое. Спасибо. До встречи. До встречи. А, кстати, а что в Москве происходит? Холодно? Ты знаешь, слушай, вообще... Нет, по сравнению с июнем холодно, но по сравнению с ноябрем вообще тепло. Просто непристойно тепло. Плюс 5 где-то нормально. Да, ладно, вы с ума. Еще даже минусовых нет?
Не, снег, снег раз, выпал и растаял опять. Плюс 5, ребята. Туту Ларсен хотел сказать, не Туту Ларсен, а как ее это, Гринберг, Гумберг, ну, это девочка больная. Которая... Грета Тунберг. Грета Тунберг, вот, вспоминаю. Она сейчас скажет, не путай с Гринберг, подожди. А не подожди, а ты наоборот, чуть ли не в Ереване. Да-да-да, нет, в Грузии она была, ты чего, в Грузии она была, по-моему. Да? Нет, в Тбилиси да. Я ее видел, потом где-то еще она засветилась, она стояла где-то с этим самым, с каким-то... В Ереване нельзя, потому что Пашинян бороду побрил. Что, я конечно... точно. Это конечно, да. Ребят. Это, конечно, тема... А вы видели крутейшее видео, когда на награждении, значит, какого-то гей-активиста... по-моему, в Новой Зеландии или в Австралии, значит, там у них какой-то съезд геев, и решили наградить за непримиримую борьбу с чем-то гей-активиста из России. Значит, да, и там, значит, гей-активист из России, там какой-то Влад там Малиновский или что-то такое объявляют, вылезает совершенно сумасшедшая, значит, баба какая-то на сцену и начинает орать на ломаном английском. Что вы делаете? Россия страна-агрессор. Да как вы смеете? Они, значит, уничтожают грузинских геев, они уничтожают украинских детей, они... украинка какая-то. Вот даже геям досталось. А Влад начал кричать, да ты что, дура, я за демократию всю жопу уже разорвал. Очень смешно. Так что вот даже геям достается, так сказать, на международной арене от Украины. Ну, и, кстати, сказать, тут завершился конкурс. Понятно, что мы сейчас не так пристально следим за ним. Конкурс «Мисс Вселенная», ею стала датчанка. Странным скандалом завершился конкурс «Мисс Вселенная». А что, Питер, белокурая, абсолютно нордическая женщина. Белокурая, женщина? Похожая на женщину. Женщина, блин, да. Красивая. Серьезно. Датчанка, понимаешь? Ну, самое страшное, она еще с хорошей фигурой. Да. Ужас! Просто нет, ну это нарушение. Вот что Трамп животворящий делает, понимаешь? Куда мир находится? А вы видели его новую пресс-секретаршу? Ну, вот русскую. Она очень похожа на нее, да. Русская по происхождению, класс, конечно. Вот, да. Я думаю, интересные времена нас ждут, товарищи. Вот. О, надо беречь здоровье, чтобы досмотреть до конца этот сериал. Поэтому питайтесь правильно, высыпайтесь, не злоупотребляйте, так сказать, чем могли бы злоупотреблять. Да, бодипозитив больше не проканает. Никогда. Никогда. Да. Все, пока, народ. Счастливо. Все, давайте, ребята, пока, спасибо. Пока.